Участники седьмой скачки в боксах. Дан старт седьмой скачки. Вперед вырывается Golden Cash. Golden Cash и тут же рядом с ним Гулливер. Гулливер вырывается вперед. На второе место выходит Аксель. Аксель захватывает Гулливера, лидирует вместе. На третьем Варзант. Ну и броском с последнего места, неудачно принявший старт, Коба-лидер. Резко перекладывается в лидеры. Коба-лидер под седлом Радмира Байрамукова возглавил скачку по противоположной прямой. На втором месте Аксель. 300 метров пройдены за 20 секунд. На третьем месте Гулливер. Варзанты замыкает тут же Golden Cash. По противоположной прямой. Коба-лидер впереди. Но тут же Аксель. Аксель по пробке захватывает Коба-лидера и выходит вперед. Аксель возглавил скачку. Аксель повел. Коба-лидер вторым. Тут же Гулливер, Golden Cash и Варзант. Кучно идут лошади по выходу из противоположной прямой. 500 метров пройдены за 33 секунды. Скачку ведет Аксель. На второе выскакивает Golden Cash, тут же Гулливер, а Коба-лидер пошел назад и замыкает с отрывом. Аксель с преимуществом в три корпуса лидирует в повороте. Гулливер на второе, Варзант пытается выйти на третье. Тут же рядом с ним идет первый номер Golden Cash. Скачку ведет Аксель. На втором месте Гулливер, Варзант вышел на третье. Тут же Golden Cash. Далеко-далеко сзади Коба-лидер. 500 метров пройдены за 33,2 секунды. Аксель лидирует при выходе на финишную прямую. На втором месте Гулливер, там же Golden Cash и Варзант. По финишной прямой Аксель с преимуществом впереди. Гулливер вторым, остальные отстали. Впереди уверенно Аксель Волгоградского конного завода. Аксель приближается к финишу и седьмую скачку уверенно выигрывает Аксель. Гулливер вторым, Варзан третьим, четвертым Golden Cash и замыкает Коба-лидер.